Сахарная свекла – одна из самых технологичных культур при выращивании. Но последние 10 лет в обработке семян не происходило никаких изменений. Всегда были доступны инсектициды Force Magna, Cruiser Force и фунгициды на основе Тачигарена, Хомиксазола плюс Апрон XL. И в 2020 году произошел прорыв фунгицидной обработки семян. Компания Сингента зарегистрировала новый продукт под названием Vibrance Extra специально для обработки семян сахарной свеклы. В нем содержатся три действующих вещества. Это мифеноксам, фудиоксанил и новая молекула сидоксан. Три действующих вещества закрывают практически полный спектр патогенов в почве. Плюс молекула сидоксан, так же как и на других культурах, отлично стимулирует рост корневой системы. Для сахарной свеклы это значит большее накопление сахаров. Vibrance Extra – сахар в корне успеха.